океан. Народу почти никого. На воздухе где-то градусов сейчас 13-14, вода 22. То есть, если ее трогать, она офигенно теплая. Это сейчас очень холодно для Флориды. Завтра будет 25 уже. То есть это какое-то локальное похолодание. Ехал без карт, поэтому, короче, остановился не там, где хотел. Птичка. Видим птичку? Бегает он. Прикольная птичка. Запах. Ну все, на океан.